теперь мы подходим к вопросу о, собственно, христианизации Руси. Мы уже говорили о том, что вера проникала в Восточную Европу, мы говорили о том, что верующие уже были на Руси, но все-таки есть определенный поворотный момент, когда, как говорят, была крещена Русь. И об этом моменте нам стоит поговорить. Этот момент связан с деятельностью князя Владимира Киевского, известного широко по сказкам как Владимир Красносолнышко. Много легенд связано с тем, как, собственно, происходило и крещение при Владимире, и много легенд связано с так называемым выбором веры Владимиром, потому как это не было просто вот случайное стечение обстоятельств, это был сознательный выбор. Это было сознательное привнесение христианства на Русь, насколько мы можем судить. И понятно, что исторические обстоятельства, описанные Нестором в повести временных лет, могли и вообще не иметь места. Но нам стоит почитать эти тексты, потому что независимо от того, имели это место эти обстоятельства или не имели места обстоятельства, а сами легенды, сами тексты, многократно повторяемые, они обказывают определенное идеологическое влияние на православных вплоть до сего дня. Поэтому вот почитаем, что летописец Нестор пишет о выборе веры князем Владимиром. «Пришли болгары магибнетанской веры, говоря, «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь». «Уверуй в закон наш и поклонись Магомету». И спросил Владимир, «Какова же вера ваша?» Они же ответили, «Веруем Богу, и учит нас Магомед так, совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, э, можно творить блуд с женами». Даст Магомед каждому по 70 красивых жен, и сберет одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех, и то будет ему женою. Здесь же, говорит, следует предаваться всякому блуду, если кто беден на этом свете, то и на том. И другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их, так как и сам любил жен и всякий блуд, потому и слушал их в сласть. Но вот что было ему нелюбо? Обрезание и воздерживание от свиного мяса, а питье напротив сказал он – Руси есть веселье петь, не можем без того быть. Интересная характеристика. Опять-таки, ну, понятно, что здесь полемика против ислама. И достаточно сложные отношения с исламом были у Руси, причем исламом не только болгарским, но и исламом, который присутствовал, а впоследствии стал и ключевой верой Золотой Орды. Вот. Еще и любопытный момент просто, что Руси есть веселье и пить не можем без того быть. Не сегодня у нас возникли эти проблемы, оказывается, это еще и в дохристианском прошлом все не так легко с этим было. Хорошо, читаем дальше. Потом пришли иноземцы из Рима и сказали – пришли мы, посланные папой, и обратились к Владимиру. Так говорит тебе папа, земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера свет, кланимся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяцы, и все, что дышит, а ваши боги просто дерево. Владимир же спросил их, в чем заповедь ваша? И ответили они, Пост по силе. если кто пьет или ест, то все это во славу Божью. Так сказал учитель наш Павел. Сказал же Владимир немцам, идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого. А, любопытный момент в истории, ну и в такой, в полемике против Западной церкви, отцы наши не приняли этого. Возможно, были какие-то попытки христианизации Руси со стороны Западной церкви. Мы не очень много знаем об этом и можем скорее говорить об этом скорее на уровне предположений. Но еще и обратите внимание на то, что описываются времена вроде бы как до раскола, но отдельно выделяется именно особенность Западной церкви. А дальше к Владимиру пришли хазарские евреи. Помните, как ныне собираются вещи от Элег отомстить неразумным хазарам? Так вот, хазары в то время были иудаистами. Это такой любопытный исторический парадокс, но тем не менее, там они обсуждают свинину, субботу и прочие вещи. И я не буду читать, но Владимир отказывается принять иудаизм по той причине, что Бог лишил этот народ земли. И дальше читаем. Затем прислали греки к Владимиру Философа, так сказавшего. «Мы слышали, что приходили болгары, учили тебя принять свою веру» и так далее. И дальше этот философ, пришедший к Владимиру, он критикует ислам, критикует иудаизм. Что касается его реакции на западный вариант верования – то давайте я прочитаю. Сказал же философ, слышали мы и то, что приходили к вам из Рима научить вас вере своей. Вер же их немного от нашей отличается служит на пресноках, то есть на обладках, о которых Бог не заповедовал, повелив служить на хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб, сие есть тело мое, ломимое за нас, также и чашу взял и сказал, сие есть кровь моя нового завета. Те же, которые не творят этого, неправильно веруют». Обратите внимание, полемика против западной церкви – это полемика против использования пресного хлеба. Пресный хлеб, ну, может быть, на момент крещения Руси или, может быть, по крайней мере, на момент написания Нестором своей повести временных лет, это ключевое различие. И Лев Ахридский, который по поручению Михаила Кирулария писал книгу против латинян, это тоже книга, во многом посвященная проблеме пресного хлеба. Так что, если вам интересно, из-за чего Западная и Восточная церковь разделились, то пресный хлеб – это самый ключевой вопрос. Вот. Но на самом деле, с пресным хлебом и квасным хлебом стоит определенная христология, определенное представление о Христе, потому что, помните же, хлеб, используемый во время Евхаристии, он связан с телом Христовым. А дальше я не буду читать весь разговор, он довольно длинный, но просто... Еще один момент интересный из этого разговора. Владимир же спросил, а почему родился он, то есть Христос от жены, был распят на древе и крестился водою. Философ же отвечал ему, вот чего ради. Вначале род человеческий женою согрешил. Дьявол престил Адама и Еву и лишил того рая, так и Бог отмстил дьяволу, через жену была первоначально победа дьявола, из-за жены первоначально был изгнан Адам из рая, также через жену воплотился Бог и повелел войти в рай верным. А на древе он был распят потому, что от древа вкусил Адам, из-за него был изгнан из рая. Бог же на древе принял страдания, чтобы древом был побежден дьявол и древом жизни спасутся праведные». А обновление водою совершается потому, что при Ное, когда умножились грехи у людей, навел Бог потоп на землю и погубил людей водою. Потому-то и сказал Бог, как водою погубил я людей за грехи их, так и теперь вновь водою очищу грехи людей водою обновления. Ибо евреи в море очистились от египетского злого нрава, ибо первой была сотворена вода, сказано, ведь Дух Божий носился поверх вод, потому и ныне крестится водою и духом. Первое преображение тоже было водою, чему Гедеон дал прообраз. Вот это... Ну, может быть, просто для нас любопытно, и нам стоит обратить внимание на это. Потом мы в детали к деталям православного богословия обратимся. Но все-таки, по свидетельству Нестора Летописца, вот, православное верование о смерти Христа излагается следующим образом. Здесь важный момент рождения от жены, да, вот, и параллель с Евой. Смерть на кресте и параллель с древом познания добра и зла. Крещение Христа и параллель с потопом. И вот эта вот любовь к параллелям, любовь к типологии, она чрезвычайно важна для православного толкования Библии. И ну, читая православные книги, даже не обязательно столь древние, но и современные, вы постоянно вот будете сталкиваться с подобным поведением параллелей. Но еще один интересный момент, касающийся истории избрания веры. После того, как Владимир всех выслушал, он еще решает отправить 10 человек, чтобы они сходили в каждую землю и посмотрели, что и как там происходит. Вот дальше мы читаем. «И сказал им, идите сперва к болгарам и испытайте веру их. Они же отправились, и придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в мечети, и вернулись в землю свою». И сказал им Владимир, идите еще к немцам, вы смотрите у них все, а оттуда идите в греческую землю. Они же прошли к немцам, увидели службу их церковного, затем пришли в царьград и велись к царю. Царь же спросил их, зачем пришли. Они же рассказали ему все. Услышав это, царь обрадовался, в то же день сотворил им почести великие, на следующий же день послал к патриарху, так говоря ему, пришли русские разузнать о вере нашей, приготовь церковь и клир, и сам оденься святительские ризы, чтобы они видели славу Бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила возжегший, и устроил пение, и хоры, и пошел с русскими в церковь, и поставил их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, о а предстоянии диаконов, и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, дивились и хвалили их службу, и призвали их царь Василий, и Константин и сказали им, идите в землю вашу, и отпустили их с дарами великими и с честью. Они же вернули землю свою, и сознавал князь бояр своих и старцев, и сказал Владимир, вот пришли посланные нам мужи, послушаем все, что было с ними, и обратился к послам говорите перед дружиной, они сказали. Ходили мы в Болгарию, смотрели, как они моются в храме, то есть в мечети, стоят там без пояса, сделав поклон, сидят и глядят туда-сюда, как безумные, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Недобр закон их. Пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали на ней били, на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если ли вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать. Вот такая вот история. А, Опять-таки, не знаю, были ли эти 10 послов, ходили ли они, говорили ли они все эти слова. Нам важно то, что пытается Нестор донести, что-то пытаются донести те, которые потом повторяют эти тексты из Нестора. Это чрезвычайно важные популярные тексты. Они цитируются во множестве православных книг. Обратите внимание на вот этот постоянный акцент на красоте. А все время говорится о красоте службы, не знаю, на небе ли мы были или на земле, и что красота, которой нет ничего подобного, что вот латинское служение, там немецкое служение, оно некрасиво, а византийское служение красиво. И мотив красоты это чрезвычайно важный мотив для православия. Вообще визуальность, вот внешнее отображение, не информация даже, а то, как это выглядит, это чрезвычайно важный элемент того, что же, собственно, такое православие. И когда вот сегодня мы смотрим на православную церковь, там иконы, золото, свечи, ладан, запах, процессии, пышные одежды и так далее, это не сегодня придумано. Это не нечто такое, что оп, и у нас вдруг появилось. Это тысячи лет назад, то, что мы читаем, времена крещения Руси, времена Нестора. И тогда тоже подчеркивается пышность, и именно пышность, именно красота приводится в качестве достоинства, и именно красота специально создается на это направленное усилие, чтобы через службу вот создать это ощущение, на небе мы были или на земле неизвестно, и, в общем-то, даже православное определение богослужения – это небо на земле. Поэтому вот то, что появилось, то, что было в Византии, то, на что были направлены византийские усилия при службе вот этого ощущения красоты небесной, оно потом приходит и на Русь. Впечатлился Владимир или как-то по-другому было, но тем не менее Владимир принимает решение принятия христианства, причем принятие христианства именно в восточной его разновидности, Здесь, понятно, есть политические причины, потому что Византия ⁇ главный партнер э, России в торговых отношениях, там есть некоторое и военное сотрудничество и так далее. А здесь есть... Э, какие-то культурные мотивы, мы про красоту уже говорили, это очень значимо. Более того, Византия, она же в культурном отношении гораздо, действительно гораздо более развита, чем Запад, который только-только выбирается из темных веков, а в Византии непрерывная культурная традиция со времен античности. И, возможно, есть какие-то и духовные причины, связанные с переживанием лично князя Владимира. По крайней мере, мы знаем, что Владимир, ну, может быть, из жития преувеличивают, но все-таки отличавшийся достаточно нечестивым образом жизни для обращения к Богу, после своего крещения кардинально изменил свою жизнь, разогнал там всех своих жен, оставил только одну, мы чуть-чуть потом поговорим, и занимался активно благотворительностью, даже пытался отменить на Руси смертную казнь. Ну, собственно, священники его отговорили потому что обязанность царя все-таки наказывать. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Но еще интересен и сам процесс крещения. А, Владимир ну, войска Владимира в те времена участвовали в подавлении попытки государственного переворота в Византии в качестве наемников. Барфока поднял восстание. Княж... Дружина Владимира участвовала в подавлении этого восстания достаточно успешно. И Владимир вроде как должен был получить в жены сестрой императора Анну, восстание подавили, Анну в жены ему не слишком торопились отдать. И важно понять, что с точки зрения Анны, парфирородной сестры византийского императора Владимир, который ну, практически вчера слез с березы, да, это, в общем, не самая лучшая партия. Поэтому замуж она за варвара не рвалась, Владимир был не очень доволен сложившимися обстоятельствами, поэтому его дружина, возвращаясь обратно из похода, завоевала принадлежащий Византии город Корсунь или Херсонес (второе название этого города). И Владимир предложил, что город я вам верну, вы мне в жены отдадите Алну, а если нет, то, в общем-то, армия может и на Константинополь направиться. Она еще раз присмотрелась к Владимиру, поняла, что, наверное, достаточно красивый мужчина, и согласилась выйти за него замуж, но при условии, что он крестится. С другой стороны, и Владимир был не против крещения, похоже, к этому уже все шло, и какой-то выбор был определенный совершен. И вот там в Курсуне Владимир и его дружина принимают крещение, возвращаются в Киев. А там Владимир объясняет, что объявляет народу, что кто не придет завтра на реку креститься, тот не друг князем. Все понимают, что с князем лучше дружить. И, как пишет Нестор, вот, все от мала до велика с великой радостью пошли креститься. Вот, говоря примерно, что если бы это было худое дело, то Владимир бы вот, в этом не участвовал. И таким образом город Киев был крещен, Идолов там порубили, побросали в реку, потом крестили окрестные города, где-то это получилось легко, где-то, как в Новгороде, пришлось полгорода сжечь предварительно, чтобы убедить их, что креститься все-таки полезно. Но, тем не менее, произошло вот такое вот массовое крещение Руси. Интересный момент, о котором нам стоит вот задуматься. Как люди, крещенные таким образом, воспринимали свою новую веру? Я напомню: люди эти были язычниками, а особенность языческого мировоззрения, ну, она, может быть, на Руси не слишком отличалась по сути своей от мировоззрения римского, помните, мы про Мистерии чуть-чуть говорили, заключается вот в чем: если правильно проведен обряд, то Бог обязан сделать все, что связано с этим обрядом. Так вот, если тебя правильно по обряду крестили, хотел ты или не хотел, доволен ты или нет, но ты христианин. И люди реально воспринимали себя как христиан. А, понятно, что это не было христианство, может быть, в библейском смысле слова. То есть здесь не было покаяния, здесь не было посвящения, здесь не было того, что приводит, согласно Писанию, к возрождению. Но человек, крещенный формально, или даже человек крещенный насильно, раз проведен обряд, как язычник, вынужден был признать, ну раз обряд проведен христианский, ну да, хочу я, не хочу этого, но я теперь буду христианином. Поэтому в определенном смысле христианизация произошла. Естенизация произошла, и это изменило во многом жизнь общества. Во-первых, Россия вошла ну, как, достаточно тесно в семью других христианских народов, и расширились связи между государствами, торговые связи, политические связи а стало обычной практикой заключения династийных браков между там, киевскими князьями и королевскими домами Европы. И там они все друг другу быстро очень стали родственниками. Вместе с христианством пришла грамотность, потому что грамотность в основном была явлением в ну, церковном и уже была письменность связанная с кириллом и мефодием и все это хорошо приходит из южнославянских земель э, ослабляется варварство языческое там человеческие жертвоприношения которых на руси может быть немного было но были они исчезают семьи укрепляются э, нравственность и так далее то есть в общем то для руси достаточно значимым было то даже такое вот формальное введение христианства ну, при этом растет, конечно, количество церквей, создаются церковные школы, территориально как-то распространяется церковь. Иногда просто монахи, монастыри осваивали новые неосвоенные земли, это просто ведет к увеличению территории. Но, может быть, самый важный момент – это именно христианские школы. То есть Владимир сразу же организовывает христианские школы, туда в обязательном порядке отдаются дети знать, и он отправляет туда своих собственных детей. И если первое поколение христиан на Руси это люди просто насильственно крестившие, крещенные, и тут у них не было выбора, но ну, считали себя христианами и все, то появляется второе поколение, которое выросли, будучи обучаемыми, ну, прежде всего, греческими священниками, но выросли уже с детства, воспитываясь там, в каком-то христианском наставлении, и мы можем говорить о сознательном христианстве, во втором поколении и вот в этом среди этого второго поколения некоторые русские святые, в том числе и сыновья Владимира, Борис и Глеб, вы помните первые русские святые, причем интересный момент связанный с их святостью, собственно они были убиты во время такой междуусобной ссоры за обладание престолом, и святость их проявилась в том, что они предпочли быть убитыми, а не бороться за власть. И многие из людей того времени видели здесь ну, некое отображение смирения присущего Христу, и поэтому началось почти мгновенно народное почитание Бориса и Геба как святых. Русская церковь подчиняется Византийской, естественно, что-то на Византийской церкви. Христианство приходит на Русь, и Русь это просто одна из метрополий Византийской церкви. Византийская церковь долго была против канонизации Бориса и Глеба, ну, потому что просто считала, что они погибли в какой-то там политической сваре, и причем здесь канонизация но народное почитание было достаточно сильным и стойким, что в конце концов и в Византии с вопросом канонизации согласилась. И любопытный момент вот этой русской святости, связанной, ну, первой русской святости, связанной с противлением. Из той же среды выходит святой Антоний, который становится учителем Феодосия Печерского. То есть были какие-то положительные моменты, были осознанное христианство, было некое понимание святости, но естественно, что были и противоположные явления, связанные с язычеством, потому что язычество не исчезло по мгновению волшебной палочки, и языческие представления никуда не делись, и возник такой феномен, который обычно называют двоеверием. Или Флоровский, замечательный русский историк, назвал появлением дневной и ночной культуры, когда в течение дня все люди христиане, а в течение ночи все люди язычники. Потому как многие ритуалы, многие верования, многие обряды, они продолжали осуществляться, несмотря на то, что люди обратились ко Христу, и даже и христианство часто понималось и воспринималось магическим образом, то есть как еще один ритуал, и мы уже говорили, все сделал правильно и получишь какое-то благословение от Бога, и поэтому наряду с двоеверием на Руси вот, ну, из-за таких обстоятельств достаточно сильно развивается так называемое обрядоверие, когда люди верят не столько в Бога, сколько люди верят в обряд. С доверием мы, верим боролись, ну и такая прямая борьба, и борьба через вытеснение, ну, например, попытка вытеснить какие-то языческие праздники, подменив их христианскими праздниками, например, Ивана Купалу заменив на Иоанна Крестителя, ну, это не очень удачно получилось, до сих пор как-то это не срабатывает, но, например, Рождество мы празднуем 25 декабря, это, конечно, не русское явление, это раньше так, Сделали еще в Византии. Но почему 25 декабря? Потому что великий языческий праздник День Непобедимого Солнца. Вот, заменили на другой праздник, День вот, Солнца, истины Христа. И получилось удачно. Никто теперь этот День Непобедимого Солнца не помнит. Хотя это был главный праздник Римской империи. Так что иногда получается вытеснение, иногда не получалось. Сложно процессы происходили, но вот такое вот крещение при Владимире, такое крещение, христианизация массовая сверху, с одной стороны, дала положительное много моментов и возможность для развития христианства и просто возможность для развития государства, с другой стороны, породила обредоверие и двоеверие, которые полностью не изжиты и до сегодня. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.